Здравствуйте, подписчики наши, зрители. Сейчас я сниму отель Ифталия. Посмотрим, что тут есть на территории отеля. Это главный вход отеля. Здесь 1, 2, 3, 4, 5 этажей. Сначала слева находятся магазины. Цена примерно то же самое, как и в городе. С правой стороны детская площадка, горки. Есть и детям развлекаться. Дальше заходим в сам отель. Здесь ресепшн. Потом вниз, если с левой стороны спускаться, будут сауна, турецкие бани. Сауна, по-моему, с 10 до 6 бесплатно. А турецкая баня, не знаю, нам говорят, что бесплатно, когда вниз сюда спускаешься, они говорят платно. Хотя если без массажа, без всего, должно быть бесплатно. Здесь же вот есть тренажеры, если кто хочет позаниматься. Здесь баня находится. Здесь сидит доктор. Так, значит, дальше подниматься. Господи, тут забудешься. В общем, здесь внизу баня и сауна находится. Тут не ошибетесь, найдете сразу. Так, заходим дальше в отель. Справа ресепшн. Ресторан главный находится. Сейчас обед закончился, и его закрыли. В ресторане находится бар. Он тоже открыт, когда только кушают на завтрак, на ужин, на обед. Вот ресторан главный находится. С левой стороны бар. Этот бар работает с 10 до 11 ночи. Ой, из напитков, не знаю, пиво, джин. Так, рома нету, потом что-то, я уж не знаю, водка, еще что-то спиртных. В общем, мы просто не пробовали, не брали, не знаю, брали пиво. Вот здесь сидит орешек с интернетом в баре. А тут тоже находится ресторан. Тут можно на улице питаться, можно в помещении. Дальше пройдем. Так, дальше идем. Здесь находится на территории бассейны и горки. Вот их сейчас включили для детей. Правда, не сезон, уже ноябрь месяц. Включают только по запросу. Кому нужен, тогда включат. А так тут 1, 2, 3 бассейна с этой стороны находятся. А еще вот тут есть тоже тренажерные такие. Станочки разные, бесплатно на улице. Кто хочет, занимается. В 3 часа вот тут делают блинчики, жарят с разными начинками. Но здесь дискотеки проходят вечером. Здесь кто хочет, тоже кушает с ресторана, выходит. Но я говорю, сейчас народу мало, поэтому все в основном в кучке в одной сидят. Вы проходите за территорию. Тут есть такие, можно туалетом воспользоваться. Апельсины здесь растут, мандарины растут. В общем, территория хорошая, зеленая, прикольно, оливки. Здесь на территории пальмы. Бананы.
сейчас идет сезон оливков, но тут, наверное, оливки все пособрали. А так вот рядом отели, сейчас отели все закрыты, один наш тут получается открыт. И вот на территории тех отелей все в оливках. У нас, да нет, у нас вон висят, но правда на солнце не очень видно хорошо. Но анимации сейчас мы не видим, потому что мы приехали уже, как говорится, поздно. 24 или 26 должны они полностью отель закрыть на зимний период. И поэтому аниматоров тут пока нет. Но летом, говорят, когда сезон, тут все по пути, и анимация, и все работает. Вот наши местные кошки. Кошек много-много на территории. Когда заходишь в ресторан, там кошек, наверное, 20. Ну, кому-то не нравится, некоторые люди не любят кошек. Так, значит, вот здесь готовятся блинчики в 3 часа. Вот тут такие тренажеры стоят на улице. Кто хочет, на улице может позаниматься. Велосипедики разные. Потом вот бассейн с горками. Горки. Для маленьких бассейн, для самых. На территории висят такие гамачки. Можно полежать на гамачках. На гамаках, вот. Так, посидели, отдохнули. Кто хочет, лег поспать. Вот кошак какой-то белый, новый пришел. Так, дальше идем. Дальше. Здесь бар, кальянная, фотошоп. Наколки делают, татуировки. Кто любит. Значит, теннисный стол стоит все время. С ракетками. Правда, ракетки немножко облезлые. И что-то одна осталась. Так. Здесь косички плетут, прически делают. Вот еще один корпус у нас. Так, тут сколько этажей? Раз, два, три, четыре, пять. Тоже 5 этажей корпус. Но в нем сейчас, наверное, никто не живет. Потому что, я говорю, народу очень мало сейчас. И наоборот, нам хорошо, что и на пляже народу никого. И у бассейнов считать, что пусто. Вот даже бассейн, как говорится, у нас заброшенный. Здесь и бар есть. Народу вообще никого. сантиметров глубины. Даже плиткой выложили они. Все пусто. Вот на территории, я говорю, тут у нас 2 магазина. Один спортивный магазин, другой с разными сувенирами, с продуктами. Но продукты, правда, только в подарки брать. Мед какой-нибудь, чай, кофе, рахат-лукум. Цены, в принципе, я говорю, даже может быть и дешевле, чем вы выйдете за забор. Потому что сейчас опять, говорю, сезон заканчивается, и все распродают, отдают, как говорится, за копейки, лишь бы взяли. Потому что они тоже будут закрываться. И чем товар будет дома, то хоть деньги вернут. Так что вот такая территория нашего отеля. В принципе, отдыхать нормально. Кормят хорошо. Считаю, что с утра и до ночи можно есть. Есть. Голодным не будешь здесь. Так что все, до следующих видео. Все, пока.